Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу очередной бой Дедами Морозами. Бой был достаточно кровожадным и эпичным. Думаю, вы уже знаете игрока по имени Утилизатор. Глава клана Деда Мороза. Бой был договор на использование буста Голдова. Защищаю свою базу. Как вы уже видите, включил хам. Ко мне приходит утилизатор. Доминирует. За каждым ее приходом меня уже... Я не могу ее останавливать. Очень сильный Зевс это. Остается только отойти назад, чтобы не все свои танки потерять. У нее Зевса в два раза больше, чем мой. Хам не помогает. Потерял одного хамелеона. Был у меня примерно 4 штуки. Вот, потерял еще одного хамелеона. Не удалось остановить Зевса. Был бы еще там Граде, очень сложно был бы остановить. Но был договор, что играем только Ягахам против Зевса. Никакого Града и Мамонта. Как вы уже видите, бой уже закончился. Задавил меня толпой. С Зевсами. Бой был не так уж долгим. Стал потихоньку доминировать и убил всех моих ягуаров. Ничего не осталось. Вот. Очень сильный противник. Сложно остановить таких отрядов. На этом всем спасибо, всем удачи, всем пока.